Добрый вечер, дорогие телезрители. Я хочу вас поздравить с Новым годом, с новым веком, с новым тысячелетием. Этот год был необычайно трудный, особенно для наших пациентов. Но наши врачи, мои коллеги, помогали вам справиться с вашими болезнями. Я хочу вас поблагодарить за ваше активное участие в передаче «Наш домашний доктор». В новом году мы постараемся сделать нашу передачу более полезной для вас. Мы планируем приглашать лучших специалистов из клиник города Москвы и области. Надеюсь на ваше активное участие в этой передаче, потому что она создана для вас. Как врач, я хочу вам пожелать в новом году большого и крепкого здоровья. Как ведущий передачи, счастья, успехов, всего самого-самого хорошего, мои дорогие. Спасибо.